Игорь де Индия, 29-летний документалист и искатель приключений из Палермо. Он покинул Сицилию, чтобы повторить маршрут экспедиции на каноэ через Канаду и Аляску, предпринятый в 1965 году альпинистом и исследователем Вальтером Бонатти. Стартуя из Торонто, Игорь проедет 7000 километров автостопом, а затем, оказавшись на Юконе, в одиночку отправится в путешествие на каноэ длиной 2000 километров. Через леса и заросли, речные пороги, бескрайние просторы и бури, и встречая удивительных людей. Игорь расскажет о своем путешествии по этим диким землям спустя 50 лет после Бонатти, стараясь не поддаваться тоске, в которую загоняет одиночество, царящее на Великом Севере, юконской тоске. Смотрите на нашем канале «Мой Юкон».